Фермеры Карагандинской области подсчитывают убытки, которые им приносят сайгаки. От степной антилопы пострадало 36 хозяйств региона. Животные вытоптали более 30 тысяч гектаров посевов. За последние годы их популяция в области увеличилась в 2,5 раза. Весенний авиаучет показал 750 тысяч особей. Больше всего уничтоженных площадей в Нуринском районе. Между тем, за отстрел исчезающих видов в Казахстане предусмотрены серьезные наказания. Максимальный срок за незаконную охоту – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сначала посевной порядка 2000 гектаров, наверное, можно сказать, что мы потеряли из-за сайги. Она губит наши урожаи, губит наш труд, наверное. И сегодня убытки очень колоссальные. У нас же есть же кредиты, у нас есть обязательства, есть банки, которые мы должны оплачивать это все. Бывают сельхозники, видимо, канавы роют как бы вокруг. Сайга падает, гибнет. Но зафиксировано такого не было у нас по Карагандинской области. Методы у нас по сайге отпугиванию. Большинство идет звуковые, получается, включенные двигатели, там, объезды мотоциклами, дронами отпугивания. Это более такие гуманные.